Прорыв в трех измерениях, занимательное роботоконструирование, мастер-классы. Одним из самых популярных мест отдыха и развлечений в День города стала тематическая площадка «Волготеха». О новых технологиях и перспективах инженерных специальностей мог узнать любой желающий. В их числе оказалась и наша съемочная группа. Щелчок фотоаппарата, и у тебя в кармане то самое подтверждение, что и ты был тут, в День города, в центре Йошкар-Олы, на Патриаршей, где царило веселье, бесконечные селфи-улыбки и инновационные технологии. Это не просто небольшой аппарат, а настоящий прорыв науки 21 века. 3D-принтер способен выращивать объемные объекты из пластика. На весь процесс может уходить как несколько минут, так и несколько суток. Для этого достаточно в мозг машины загрузить желаемую модель в трехмерном измерении. Упрощенный принцип технологии – 3D-ручка. Это инструмент, способный рисовать в воздухе. В отличие от обычных приспособлений для письма и рисования, она заправляется пластиковой нитью. Волшебство, подумаете вы. Но нет, всего лишь очередной технологический прорыв в области 3D-моделирования. Пластик накладывается друг на друга, и получается объемная деталь для студентов, и он нужен для того, чтобы делать любые разработки, какие они хотят. Либо любые детальки, можно даже игрушки, любую деталь напечатать с помощью 3D-принтера. Прикоснуться к науке в этот день мог каждый. Вот, например, Широз Исматов, уроженец Таджикистана. Азы роботоконструирования постигают в Йошкар-Оле. В свои 17 лет с уверенностью говорит: «За инженерами будущее». При этом добавляет: «Этот робот-ровер, собранный его руками, только начало его инновационной конструкторской деятельности». На самом деле это очень востребованная профессия, потому что если можно сделать что-то новое, значимое достаточно такое, то спрос очень большой. Инженерные специальности не только показательны, но и увлекательны, говорят посетители площадки. Поэтому сюда горожан тянуло как магнитом. Для того, чтобы овладеть всеми тонкостями технических профессий, «Волготех» предоставляет своим студентам всю необходимую материальную базу. Лаборатории, мастерские, оснащенные современной техникой, просторные аудитории, компьютерные классы. Во всем мире университеты считаются центрами просветительства и культуры. И мы тоже позиционируем наш «Волготех» как университет, который открыт для населения нашего города. Мы приглашаем всех горожан к мероприятиям в нашем университете. Наши студенты и сотрудники участвуют во всех городских мероприятиях. Все это позволяет сказать, что наш университет – это неотъемлемая часть города. И сегодня праздник и для нашего коллектива. Каждый студент с самого начала уверен, он будет востребован на рынке труда именно в своем регионе, в реальном секторе экономики Мариэл. При условии, конечно, что будет хорошо учиться. Позади, говорят, в ПГТУ богатая история. Впереди еще много работы для подготовки одних из самых востребованных специалистов. Это, пожалуй, тот самый случай, когда не место украшает людей, а люди украшают место.